Корабли, которые не принадлежат странам Каспийского моря, не смогут входить в его воды. Сенат сегодня одобрил проект закона о ратификации Конвенции правового статуса Каспия. Согласно документу, решение всех вопросов, которые касаются акватории, теперь будут регулировать исключительно прикаспийские страны. В новом документе прописано, что в своих рыболовных зонах каждая страна обладает исключительными правами на промысел биологических ресурсов. И также в общем водном пространстве действует свобода мореплавания для судов под флагами прибрежных стран. Что касается внешних пределов территориальных вод, то они теперь имеют статус морских государственных границ. Не допускается присутствие на Каспии судов под флагами государств, не относящихся к Каспийской пятерке, равно как и вооруженных сил, не принадлежащих прикаспийским государствам. Морская акватория разграничена на внутренние воды, территориальные воды шириной 15 миль, рыболовные зоны шириной 10 морских миль и общее водное пространство. Внешние пределы территориальных вод имеют статус морских государственных границ. В кулуарах заседания Сената глава внешнеполитического ведомства рассказал также о том, что его предшественник Кайрат Абдрахманов возвращается на дипломатическую службу. Кайрат Кудайбергенович решил, значит, дальше остаться на дипломатической работе, и мы ожидаем его скорого назначения в одну из стран. Тот внешнеполитический курс, который мы ведем, и вся эта вот эта доктрина, вся работа, она будет проводиться в том же русле. Сегодня мы даже в составе заместителей министров изменений количества нет.